Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game и предлагаю вам проследовать, посмотреть один из недавно открывшихся проектов, который называется Arizona. Проект открылся в 20-х числах прошлого года, декабря месяца, ну и сейчас находится, наверное, в такой стадии тестирования. Ну, как это у нас уже принято, открываем полуфабрикат и потом за счет игроков начинаем его допиливать и исправлять какие-то баги, которые можно было бы, конечно, исправить и до этого. Но проект открылся, я заходил на его открытие, но, к сожалению, было просадки по FPS, были постоянные вылеты, поэтому ничего поснимать мне не удалось. Ну вот, прошло какое-то время, они какое-то количество фиксов уже выпустили, ну и сейчас, в общем-то, уже можно как-то здесь существовать. Ну, начинаем мы, конечно же, с меню персонализации, которое, кстати говоря, выполнено очень даже неплохо. Несмотря на то, что все сделано в таких серых, невзрачных тонах, сама же меню выполнено, ну, на высоте, за счет вот этой вот сетки, по которой мы вводим курсором, и таким образом облегчается кастомизация самого персонажа. Есть изначальный выбор одежды, в общем, к меню претензий нету, сделано все хорошо, но, к сожалению, вот немножко невзрачно. Можно было бы добавить каких-то более-менее ярких цветов. Ну и, в общем-то, заходим на проект. Точка появления выбрана Палета Бэй, такое достаточно странное, но вполне объяснимое решение. Я думаю, что это было сделано для того, чтобы не нагружать Лос-Сантос, который и так, в общем-то, нагружен. Ну, заходим и смотрим, что из себя представляет этот проект. Звук пришлось и придется в дальнейшем иногда убирать, поэтому будет такая тишина. Это из-за того, что контингент местный очень любит визжать, кричать и материться. Это первая точка, куда нам надо идти по цепочке квестов изначальных. Надо сказать, что цепочка квестов достаточно большая, и мы это сейчас увидим. Не все, как мы можем заметить, победили на этом проекте. Есть вот такие вот варианты, когда никнейм человека светится, а самого человека нету. И в дальнейшем мы это будем видеть достаточно часто. Не знаю, с чем это связано, но вот такие вот проблемы здесь еще остались. Ну давайте подходить к первому NPC-шке и уже с ним взаимодействовать. Привет. Я смотрю, ты тут ворон считаешь. Может тебе помочь? Отлично. Мне тут нужно передать ключи от скутера знакомой. Она находится на стоянке за мотелем. Ты меня очень выручишь. Ох, а я подумала, Сэм сам занесет мне ключи. Старый пьяница. Ладно. Раз уж ты у него на побегушках, то должен справиться с простецким дельцем. Я обещала своей сестре помочь на ферме, но у меня и так дел полно. Хватай мопед и гони туда. Ну и вот после несложной беготни туда-сюда начинаем выполнять первое задание по цепочке квестов, ознакомительных квестов с этим проектом. Естественно, что уже в самом начале не обходится без вот таких вот РПшников, которые стремятся кому-нибудь поднасрать. Ну, здесь их очень много, поэтому особо на них обращать внимание даже не стоит. Отправляемся по условиям квеста на ферму. И надо сказать, что эти рабочие занятия здесь добавлены. Почему я говорю добавлены? Потому что изначально это та же самая сборка, которая называется Red Age. Самая доступная сборочка, и вот на нее-то и поставлен этот проект. Но есть добавочные квесты и есть добавочные работы, которые мы сейчас и посмотрим. Одна из них это вот работа на ферме. Выглядит это вот таким вот образом и находится тут же в Палета Бэй, поэтому ехать далеко не надо. Но бросается в глаза еще одно. Посмотрите. Срок аренды мопеда 1 минута. 1 минута. Что можно сделать за 1 минуту, я не знаю. Ну, в общем, можно считать, что аренда сразу же кончается. И чего ты приперся? Неужели моя сестрица опять просиживает штаны на парковке, развивая свой малый бизнес? Давным-давно известно, что Америка поднялась благодаря плантаторам. Так что беги к старику Райнеру и помоги ему со сбором урожая, и потом возвращайся ко мне. Вот таким вот образом нас посылают на первое задание по этой цепочке квестов. В дальнейшем больше персонажей этих NPC-шек я показывать не буду, потому как я уже сказал, что цепочка квестов очень длинная, она растянутая, она в принципе интересно сделана,
И она достаточно подробно знакомит нас с изначальными работами, ну и вообще с существованием на этом проекте. Поэтому дальше будем просто ходить по тем местам, куда нас будут посылать. Ну и вот как выглядит первая работа. Видим, что корзинку просто приклеили к руке, даже не удосужились сделать более-менее аккуратно это. Ну а сама работа выполнена вот таким вот образом. Загорается серый экранчик, и дальше мы клацаем пробелом. Но есть одна проблемка. Пробел и прыжок и карабканье – это одно и то же. Поэтому иногда случается вот такая вот хрень. То есть я пролез через теплицу. Потому что пробел – это и есть прыжок, он же и карабканье. Вот такая вот. Немножко недосмотрели, наверное, при разработке этой работы. Но, в принципе, работа сделана, ну, неплохо. По крайней мере, нету каких-то клавишей, которые надо нажимать, типа капчи. Просто ходим по точкам, нажимаем пробел и собираем какие-то виды плодов. По-моему, это помидоры. Ну вот, и, кстати, если бы посерединке был нарисован красный помидор яркий, ну, почему-то разработчики этого проекта любят вот серые тона. Я уже тебя и заждалась. Ну и рожа у тебя. Сразу видно, прочувствовал дух Южных Штатов. Хе-хе. Да уж, хе-хе. Не знаю, что они имели в виду под Южными Штатами, но на этом проекте дождь идет всегда. Для чего это сделано, тоже не могу объяснить. Наверное, лишняя нагрузка для сервера, для них это в норме. Потому как надо прогружать и сам дождь, и мокрую одежду, и вот эти вот лужи, все это сервер прогружает. Но дождь здесь не выключается никогда. Я заходил раз 5 или 6 на этот проект, и всегда был дождь. И по всему видео будет дождь всегда. Ну и естественно, что нам надо бежать бегом. Потому как я уже сказал, что аренда кончается через 1 минуту. А 1 минута это вообще ни о чем. Вы не сможете сделать, в общем-то, ничего. Даже поговорить с кем-то, вступить в диалог, и то нужно будет больше минуты. Поэтому приготовьтесь бегать. Бегать придется очень много. По этой же причине здесь многие просто не слезают с мопедов, и даже на плантации по сбору помидоров многие ездили прямо по грядкам на мопедах. Ну а что делать? На глупость надо отвечать такой же глупостью. Поэтому людям ничего не остается, как постоянно сидеть на мопеде и там собирать овощи, тоже не слезая с мопеда. Ну а мы с вами по квесту проходим в центр лицензирования для того, чтобы получить водительское удостоверение. Следующий подходите. Хорошо, я так понимаю, вас тоже уже интересует категория Б. Передайте мне ваш паспорт, я сразу выпишу вам лицензию. И, как вы, наверное, слышали, есть два варианта сдачи. Первое, это вот как для меня, через стенд, потому что я новичок, и я выполняю квесты, и я не могу получить категорию сразу же. Но те, кто добились, по-моему, второго уровня, а может быть и больше, могут просто подойти, заплатить и получить любую категорию. Ну, соответственно, за какую-то плату. Не сдавая. Мне же, как новичку, проходящему тест, придется идти и сдавать. Выполнено все это вот так вот, и надо сказать, что сдача экзаменов мне понравилась. Но не понравилось выполнение. Опять все в серых цветах. И вот я не могу понять, есть компьютеры, есть столы, почему же нельзя сделать интерактивную мебель и сделать все антуражно, чтобы персонаж садился за этот компьютер? Вот сколько я видел автошкол, по-моему, только на одном проекте реально надо было сесть за компьютер. Ну, а далее несложный ряд вопросов. Сложность заключается в том, что дается 5 вопросов и ошибаться нельзя. Ошибся, все по новой. Но упрощение идет в том, что вопросы одни и те же. То есть, если вы даже не знаете правил дорожного движения, как я, например, я знаю правила дорожного движения в реальности и абсолютно не знаю правил дорожного движения на этом проекте. Скоростные ограничения здесь, видимо, какие-то свои, поэтому я на этом заваливался. Но завалившись раз, пересдаете, просто берете и выбираете другой вариант, более подходящий. И все, в общем-то. Это мне достаточно понравилось, потому что, ну, даже не зная правила, вы все равно путем исключения ответите правильно. Еще же из минусов можно отметить то, что вот та комната, где стоят люди и предлагают сдать за деньги в быстром режиме, находится очень близко. И поэтому шум постоянно вас отвлекает. Забегают дети, начинают визжать, орать, кричать, что-то там материться, ругаться. Администрация начинает с ними входить в стычку в такую. Ну, в общем, это все очень сильно отвлекает. Отвлекает, видимо, не только меня и тех, кто сдает, отвлекает это даже администрацию. Понарожали дебилов. Может быть, может быть. Ну, а мы переходим к практической части, и вот таким вот образом она выполнена. Надо сказать, что сделано все неплохо, машинка раскрашена, машинка красивая. Можете заметить, что сдаем мы в том же месте, в общем-то, палета Б, едем по кругу, но это происходит отдельно.
Все, как видите, исчезли, посторонних нету, вы спокойненько едете, вам никто не мешает. Как вот я показывал, например, на проекте, по-моему, GTA.com, пока я сдавал, меня даже грабили, пока я ехал на учебной машине. Умудрялись меня даже грабить. Ну, здесь никто вам мешать не будет. Сдаете сначала на машинке, потом на мотоцикле. Все то же самое. Есть ограничения по скорости. Ну, в общем-то, все сделано достойно и красиво. Ну и потихоньку переходим к следующему заданию, связанному с этой цепочкой квестов. А это работа на стройке. Работа тоже добавлена, ее в стоковом редейджерском исполнении нету. Строительная площадка тоже, как видите, подверглась изменениям. Ну а сама работа, в общем-то, сделана неплохо. Единственное, к чему хотелось бы докопаться, это вот как приклеены ящики к персонажу, если я смотрю от своего лица. Если я буду делать эту работу, то будет выглядеть все по-другому. Кстати, видите, даже здесь люди пытаются сэкономить и доставлять эти ящики на мопеде. Правда, это занятие так себе. Ну вот, как я сказал, вот так вот выглядит персонаж со стороны. Ящик просто приклеен к руке, и выглядит это, конечно же, ну, некрасиво. Но если я захожу на триггер и начинаю исполнять работу, то это все выглядит совсем по-другому. И выглядит очень красиво. Как вы можете заметить, справа и слева есть два индикатора. Они обозначают правую и левую руку. Если я отпускаю левую или правую кнопку, индикаторы падают, и ящик вывалится у меня из рук. Поэтому надо зажать обе кнопки и нести ящик на следующую точку, которая загорелась. Точки выпадают рандомно, строительная площадка небольшая, поэтому, в общем-то, работать достаточно интересно. Ну и сама работа сделана, я бы сказал, совсем неплохо. Есть хоть какое-то промежуточное действие. Это не просто зашел, к тебе приклеился ящик, и ты идешь дальше. Есть какое-то занятие, ну, на самом деле, мне понравилась работа. Выполнена достаточно качественно и хорошо. Также надо отметить, что данное рабочее занятие имеет три подкатегории. Первое – это вот такая вот подкатегория грузчик, наверное. Второе – это работа на погрузчике. И третье – это доставка бетона. Ну, доставку бетона я вам показать не смогу. А вот до следующего уровня я прокачался достаточно быстро. Здесь нету каких-то конских требований. Прокачка, по крайней мере, первых уровней идет достаточно быстро. Подходим к прорабу, выбираем следующую работу и переходим на нее. И следующая работа, это работа на автопогрузчике. И если кто-нибудь играл в GTA Life и знает, как она выполнена там, то здесь это сделано, в общем-то, ничего общего вообще нету. Подъезжаем на триггер, идет автосрабатывание, все, появился груз. Везем его на строительную площадку. И вот тут начинаются минусы этой работы. Во-первых, территория не подготовлена. Вам для начала надо будет все вот это вот ломать. Сама дорога тоже неровная. Она имеет неровные поверхности, поэтому погрузчик едет очень отвратительно. Проезды очень узкие. Он за все задевает. Точка, куда надо возить, всегда одна. Она не рандомится. Я не знаю, кто это придумал, но такое ощущение, что это никто не тестил. Сделано все отвратительно плохо. Работать неприятно. Ну, из-за того, что вокруг стоят заборы, канавы, ямы. Сама погрузка этого груза тоже выглядит, ну, отвратительно, я бы так сказал. Не знаю, вот на мой взгляд, эту работу действительно, ну, никто не тестил. Ее просто сделали, залили, и пускай вот оно работает, как работает. Не знаю, может быть, кто-нибудь уже где-нибудь там в группе ВКонтакте или в Дискорде написал про то, что работа эта отвратительная. А может быть, людям это нравится. Я не знаю, но мне она не понравилась. Не понравилась тем, что нету зацепа груза. Он автоматически появляется и автоматически исчезает. Как бы нету антуражности происходящего. Ну и сам зацеп груза тоже такое себе. Погрузчик летает как сумасшедший. То вправо, то влево. И если поднимать вилы, все играют с поднятыми вилами, потому что, ну, нету смысла опускать, поднимать там, где есть автоматический подбор. Ну да, если опускать вилы, вот как сейчас, я решил поотпускать, но все равно груз появляется багана. Даже с опущенными вилами он подпрыгивает. Да, не так сильно. И как апогея, завершающая мое присутствие на этой работе, это появление еще одного работника на погрузчике. Так как здесь и одному-то ездить негде, то вдвоем здесь, ну, совсем тяжело. Я начал идти на уступки, я объезжал вот эти вот контейнеры, с другой стороны уступая этому работнику, который пришел, пускай он ездит вот по этому, я по тому маршруту. Ну, даже это не помогает, потому что периодически вы сталкиваетесь, то на месте получения груза, то на месте сдачи груза. И это мы работали вдвоем. Всегда происходит вот такое вот.
И надо сказать, что вот тот напарник, который здесь работал, достаточно адекватный. Он тоже пытался мне уступать место, понимая, что ну тут тяжело, ну не проехать, не разъехаться. И завершающей стадией было это, когда появился третий погрузчик. На этом я понял, что все, здесь работать невозможно. Здесь тяжело и неинтересно работать даже одному. Ну а когда появляется два или три погрузчика, работа завершается. Потому что начинается суета, толкотня, какая-то херня на самом деле. Я даже не представляю, а что будет, если там будет работать человек 5, например? Это же вообще будет полная жопа. Да и в общем-то похрен. Идем дальше, у нас задание купить сим-карту. Магазин выполнен вот таким вот образом, здесь и надо приобрести сим-карту. Насколько я понял, продовольствия и жажды и питания на проекте нету. Но чипсы нам все равно по заданию купить надо. Далее следуем опять к NPC-шке, чтобы получить следующее задание. И вот тут у меня первый раз случилось, что я заметил огромное количество брошенных машин. Разбитых брошенных машин. Опять видите, самостоятельный мопед ездит. Не знаю почему, то есть вернее, на тот момент я не понял, в чем дело. Очень много на проекте брошенных машин. И вот мы по заданию уже приехали к мэрии, но здесь творится то же самое. Машины брошены везде. Как видите, вообще и проезд загорожен, и инкассаторские машины, и такси какие-то, почтовые машины. Все валяется, и это валяется не только около мэрии, это валяется везде. Вот по всему проекту, если ездить, вы можете это в дальнейшем увидеть. Машины валяются везде. Но этому есть объяснение. Но к проблеме брошенных машин мы вернемся чуть позже, а пока вот таким вот образом здесь выполнена мэрия. Мэрия сделана красиво и качественно, надо отметить. Но иногда приходится выключать звук, потому что вокруг мэрии огромное скопление детей, которые, пользуясь отсутствием родителей, используют весь свой выученный за последние полгода мат и визжат, кричат, орут, как поросята, блин. Ну, а устройство на работу, как и положено на редейджевской сборке, а я говорил, что этот проект взял за основу именно редейджевскую сборку, так вот здесь устройство на работу происходит через мэрию. Ну, выполнено это вот таким вот образом, все в серых тонах. Берем первую попавшуюся валяющуюся машину на проекте и пытаемся добраться до нужной нам точки. А это работа газонокосильщика. Привет, привет, как дела? Подскажи, пожалуйста. В банду с какого уровня можно вступить? Ну, а вот, в общем-то, и основной контингент этого проекта с единственным интересующим их вопросом. Как вступить в семью, как вступить в банду. А мы, тем не менее, добрались до работы газонокосильщика, которая находится в том же месте, где и на проекте Red Edge, но только немножко перенесено на другую часть поля. И вот такой вот бардак нас здесь встречает. Конечно, опять можно сказать, что вот, проект только открылся, все находится в стадии тестирования, но, боже мой, ведь это же дело рук разработчиков. Эта техника не растет здесь сама по себе. Ее кто-то так здесь расставил, вот таким вот бардаком. И уже спустя месяц никто ничего не делает. Так вот оно здесь все и раскидано. Ну, а сама работа, про нее и говорить-то нечего. В общем-то, ездим по точкам, получаем то ли по 5, то ли по 10 долларов, я уже не помню. Вот таким вот образом это все выглядит, и, наверное, что-то еще здесь добавлять или говорить не вижу никакого смысла. Давайте лучше двигаться дальше. Разве что здесь тоже можно заметить, что валяется брошенная техника, которой, в общем-то, на проекте огромное количество, я об этом уже говорил. Ну, а причиной тому это вылеты. Про них написано, что пофиксили вылеты, с которыми столкнулись игроки, но, насколько я увидел и убедился сам на себе, вылеты все равно продолжаются. Вылеты бывают при столкновении, при авариях или при стрельбе. Меня же таким образом выкидывало 3 раза с этого проекта. 2 раза при столкновении и 1 раз при стрельбе. Ну и мы добрались до почтового отделения. Здесь почему-то стоит огромное количество народу. Стоят внутри, стоят снаружи. Что стоят, я так и не понял на самом деле. Ну, устраиваемся работать, получаем форму и идем получать автомобиль. Автомобили находятся напротив. Вот опять самокат вместо скутера. Вот так вот выглядят автомобили. Такой мод я уже где-то показывал. Честно говоря, не вспомню где. В общем, берем автомобиль и едем на точку загрузки. Это, кстати, отличает эту сборку от сборки Red Edge, на которой тоже есть почтовая служба, но там это выполнено совсем по-другому. Здесь она переделана. Идет таймер загрузки и далее отправляемся. Ну и видим, что у нас к руке приклеился пакет. Это и есть та самая посылка. Ладно, отправляемся на точки. Но рассчитывать, что вы будете просто играть в свое удовольствие, не стоит.
контингент, я уже говорил, какой здесь находится. Поэтому сбить, расстрелять, врезаться для них – это просто в удовольствие. Будут мешать, постоянно подрезать, ну, что только здесь не происходит. Как я и говорил, я не считаю эти проекты за ролеплей, поэтому, ну, к этому надо относиться вот так вот. Вот такой здесь играет народ, и вот так это они видят ролеплей. Ну, а сама работа, в общем-то, вот такая. Приехали, зашли на триггер и отправляемся дальше. Ну, как я уже и сказал, поиграть вам все равно не дадут, потому что РП здесь вот такое. Здорово, друг. Останавливайся, останавливайся. Выходи из машины. Понял, выходи из машины, выходи из машины. И в этот момент я наглухо зависаю. И это уже третий раз. С подобным явлением я сталкиваюсь впервые. И вот на этом проекте. Бывало у меня, что крашится просто. Просто сваливается игра и все. Но здесь именно глухое зависание. И именно вот в момент, когда стреляет кто-то. Видимо, кто-то из них выстрелил. И все. Происходит вот такое замирание. И все. Игра больше не шевелится. Ну и судя по всему, что происходит это не только со мной, вот отсюда-то и такое огромное количество брошенных машин. Естественно, что и моя машина дополнила эту коллекцию. Она валяется где-то там, где вот началось это ограбление, очередное ограбление. Ну а что касаемо ролеплея, ну вы сами видите, из проекта в проект, одно и то же. Стой, выходи из машины, это ограбление. Боже мой, что-нибудь еще кто-нибудь придумает? Или вот настолько плоское мышление, что больше, кроме «стой, это ограбление», больше никто ничего не умеет. Назовите вы эти проекты тогда «стой, это ограбление». Причем здесь ролеплей? Ну, а моему же терпению, естественно, пришел конец. Играть роль мяса для каких-то идиотов, которые считают, что ролеплей – это когда ты разгоняешься и сбиваешь почтовую машину, или сбиваешь идущего по обочине пешехода, или начинаешь кого-то грабить. Ну, я не могу больше участвовать в этом идиотизме. Но, тем не менее, проект-то открыт, и он играбельный. И если вам он понравился, то заходите. Если вы считаете, что ролеплей вот как раз то, что я показал, то это ваш проект, и бога ради, заходите, получайте удовольствие. Ну, а у меня, наверное, на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго.